Вспомнили о жизни известного писателя и поближе познакомились с его произведениями. Вечер, посвященный 105-летию со дня рождения Николая Павловича Леонтьева, прошел в Ненецкой центральной библиотеке. На нем собрались студенты и поклонники знаменитого северного писателя и фолклориста. Конференц-зал окружной библиотеки на один вечер стал местом воспоминаний. Здесь студенты, люди преклонного возраста, все те, кто неравнодушен к творчеству Николая Леонтьева и даже дочь писателя. О самых ярких впечатлениях о жизни и творчестве отца Нина Леонтьева рассказала по скайпу. В городе Нарьян-Маре. Но прожила там, наверное, меньше года. Меня уже увезли родители и так далее. И говорит: «Нина, скажите, а вот есть такой Николай Павлович Леонтьев, он к вам никакого отношения не имеет?» Я говорю: «Некоторые имеют, это батенька мой». Программа вечера состояла из постоянной беседы, рассуждения о творчестве Николая, презентации его произведений. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Примечательно, что активно участвовали студенты. Мне очень понравилось это мероприятие. Было очень интересно послушать про Николая Павловича, его произведения, узнать новые произведения его. Вот. И такие мероприятия, мне кажется, надо проводить больше для молодежи, как бы это интересно, в принципе. Молодежь узнает о своем крае, кто здесь жил, кто работал, как вот внес вклад в нашу историю, историю именно нашего округа. Дочь Николая Нины встреча осталась довольна. Ну а ребята о некоторых произведениях узнали только сегодня и теперь знают, где и как их найти. По итогам встречи собравшиеся решили в следующем году встретиться снова. Роман Христюк, Антон Водряков, телеканал «Север».